Высокопреосвященнейший Владыко, благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерти свет побрал, присущего рабе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти свет побрал, присущего рабе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти свет побрал, присущего рабе живо даровал. О Господи, явися нам, благословен ряды во имя Господне, исповедайся, Господи, в яко благ и говек милости Господь. Обышедшего нашими ими, Господь, матерясь им, и умрло жив, буду бы им дело Господне, камень и кожа не пригордившись без своего угла. Господа, бы сей из диви ночи всех наших. Господи, яви со мной, благословен ряды во имя Господне. Боже, Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. И призвана рабы Твоя, и на дела Твоя. Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи. Сподобитесь нам в слышании святого Евангелия Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем, и Бог твоему. От Матфея святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рече Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяко прося и приемлет, и ищай приобретает, и толкущему отверзится. Аще бы и лика, аще хочете, да творят вам человецы, так и вы творите им. Ибо есть закон и пророки, мнидите узкими враты, яко просторная врата и широкий путь, водя в пагубу, но суть ходящие ими. То узкая врата и тесный путь, вводя в живот, мало их есть, лишь и обретают его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, но есть милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лазаре и все во Христе братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри человека любче, милостивым Твоим оком на рабы Твоя, всех Создателей, праздника сего, ко Твоему благотворию и верою припадающие,
и услышь моления их, благое намерение и дело их, благослови и благополучно чахи и спешно громи всякого препятствия, во славу Твою совершите, яко всесильному царю молимся, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Божий, Спасителю наш, упование всех концов земли, сущих в море далече, и милости в милости буди воды всех наших, и помилуй мы, милости в бой, человеколюбец Божий, славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и пресвятые веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими усердное моление наше, и благослови благое намерение и дело рабов Твоих, яже благополучно начати и без препятствия всякого ко славе Твоей совершите. Делателем благо поспеши, и дело рук исправи, и в совершении силы Пресвятого Твоего Духа спешно произвести сотвори. Твоего есть же миловать и спасательный Боже наш. И Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость. Святая Богородица, спаси нас! Честнейший, херувим и славнейший, без сравнения с Серафим, без усмирения Богослава Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаю! Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Господи, Сыну и Святому Духу, имени и пресвятой во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Высоко Пресвященнейший Владыка Богослови! Воскресли из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистые Своей Матери, святых славных и всех важных апостолов, святых жен мироносец, и же и память ныне совершаем и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеку любит. Воскресе, из мертвых смерти, свято правды, священно гробе живота рого. Христос воскресе, из мертвых смерти, свято правды, священно гробе живота рого. Христос воскресе, из мертвых смерти, свято правды, священно гробе живота рого. И нам дарова живот вечный, поклоняйся Его тридневному воскресению. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Как нам приятно всем быть на сегодняшнем празднике. Праздник знаменательный, праздник великий, праздник прекрасный. Этот праздник украшен трудами вами, дорогие наши женщины. Дорогие наши мироносицы, ведь сколько женщина труда полагает на то, чтобы воспитать, сохранить семью. Львиная доля всего ложится на ее, я бы не сказал бы спину, а голову, потому что она должна продумывать все от начала до конца. Если женщина продумает все, если женщина мудрая, а у нас все женщины мудрые, все прекрасные, то и посмотрите, какое прекрасное везде благолепие. И в церкви женщина
Везде чисто, везде красиво. Везде в самых ответственных местах женщина. Дай Бог вам, дорогие женщины-мироносицы, чтобы вы все жили долго, творили много добра. А самое главное, что вы должны сделать, самое главное, это воспитать семью, воспитать этого милого сына, милую доченьку, чтобы они были гожи Богу и людям. Вот что главное. Если ребенок воспитан, если он постоянно находится не в рабском страхе, а в Божьем, то тогда мы увидим с вами, что наш труд полезен, и наш труд все пойдет всегда на пользу. Вы знаете прекрасно, и слава Богу, что так оно есть, почти что во всех школах нашего Крыма преподаются основы православной культуры. Родители дорогие, матери, дедушки, папы, бабушки, старайтесь, чтобы этот предмет лег на сердце этому маленькому ребенку. А чтобы это все легло, нужно перепустить через себя, через свою премудрость, через свое сердце, через свою душу и внести этого самого маленького ребенка то необходимое. Он будет возрастать, будет вас этим самым радовать, и семье будет тише и Божья благодать. Но сегодня еще прекрасный повод у нас есть. Это день белого цветка. Кто не помнит прошлого, тому будет очень трудно понять и настоящее, и будущее. Поэтому прошлое, оно благословенно. Царская семья всего себя отдавала для того, чтобы помочь бедным, чтобы милость и истина с Христом встретились. И они делали очень много для этого, чтобы милость и истина и правда жили вместе. Они вот и устраивали такие вот праздники, как белый цветок. Я хочу поблагодарить сердечно настоятеля вашего, отца Дмитрия, благочинного Ялтинского, за то, что эти традиции не погибли, а эти традиции находят место в вашем сердце. Господи, как это необходимо, как это весомо в нашей жизни. Дай Бог, чтобы этот праздник никогда не иссякал. И вы же знаете, что вырученные там какие-то деньги пойдут куда? Конечно же, на помощь бедным, на помощь тем, которые ничего не имеют, которым нужно помочь. Так как это делается каждый год. Я призываю вас всех к тому, чтобы все мы были внимательны к себе. Как же обойти молчанием не могу? Сердечно благодарю и мэра нашего города, города Ялты. Дай Бог ему, чтобы он всегда был такой внимательный, такой скоропослушным к нуждам народа и Святой Матери Церкви. Я знаю, что мэр ваш прекрасный, хороший. Его здесь сейчас нет, но он... Ну, я от вас всех его еще раз поцелую. Всех вас приветствую с праздником и желаю вам хорошего праздничного настроения. Пусть Господь даст нам пережить в этот день то, что пережили жены мироносицы. То, что переживала царская семья, когда они праздновали этот именно день, день белого цветка. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Большое спасибо. Мы уже много лет каждый год собираемся здесь, в Ливадийском дворце. Возрождение такого теплого, хорошего, семейного, самое главное, ялтинского праздника, это заслуга многих людей. Я очень благодарен отцу Дмитрию, который возродил эту идею, притворил, собрал людей. И получился действительно праздник, который уже живет много лет. Это возрождение, второе возрождение праздника. Он был на многие года потерян. Потом сейчас опять, мы сейчас вместе каждый год собираемся. Хочу поблагодарить людей, которые принимают участие в этом празднике. Это школы, общественные организации, просто жители города Ялты. Это действительно ялтинский, внутренний ялтинский праздник. Этого праздника нет нигде. Мы гордимся, что вот такие традиции есть в нашем городе. Мы гордимся нашими жителями. И хотелось бы, чтобы жители любили свой город. Я, конечно, хочу благодарить вас. Вы посещаете каждый год наш праздник, даете дух вот этот... благопристойный, благочестивый дух. И мы с каждым годом ждем вашего приезда. Большое вам спасибо. Ну а всем хочется пожелать хорошего весеннего настроения, такого душевного, действительно хорошего праздника, ну и таких теплых отношений в семье, о чем мы только что говорили. Спасибо, с праздником. Я думаю, что будет правильно, если мы сейчас труженикам. Сюда входит, конечно, и наш мэр, сюда входят все те, которые здесь потрудились. Споем многое лето. Вот все хором, все вместе. Многое, многое лето, многое, многое лето, многое. Леонид Лена торжественно и открыть праздник.